Существует два способа сделать искусственное пастбище. Для первого варианта на поверхности выкопайте канал и закройте его любым материалом. В этой комнате начнет расти трава. Но что, если нужно сделать пастбище в глубине крепости? Для этого копайте вниз, пока не обнаружите пещеру. Обнаружение пещеры активирует грибок, который распространится по всей вашей крепости. А грибок является отличной альтернативой траве. Не забудьте застроить ход в пещеру.